Значит, если вы идете последовательно и шаг за шагом увеличиваете свой доход, то вы каждый раз адаптируетесь к следующему уровню. Более того, вы получаете денег больше, потому что вы можете делать что-то больше и что-то лучше. Вот. И в этом смысле, они, конечно, могут кому-то, видимо, вкружить голову в случае поступательного развития, но это не так драматично, как в случае, когда обстоятельства жизни сильно меняются, и человек не отдает себе, не имеет навыков, не имеет способности не зарабатывать такие деньги, не управлять такими деньгами, не жить с такими деньгами. Понимаете, если какие-то огромные возможности падают на человека, который не был к этому подготовлен, в нем нету психических инструментов и механизмов, чтобы с этими возможностями обойтись. Понимаете, если вы сразу придете, закончите медицинский институт и вас назначат главным врачом больницы, я очень сочувствую этой больнице. Хотя, конечно, любой студент, медик считает, что его место быть начальником больницы. И поэтому, когда вас учат медицине, то первое, что вы делаете, изучаете из практических мероприятий, это работу медбрата в моем случае и фельдшера. Уколы, анализы и так далее, и так далее, и так далее.